Водное поло было изобретено во второй половине 19 века в Великобритании. Прототипом игры послужило регби. Первоначально правила разрешали использование силы в борьбе за мяч, удержание соперника под водой для владения мячом. Игра приобрела современную форму лишь в конце 19 века. Водное поло – один из старейших олимпийских видов спорта. Оно было включено в программу Олимпийских игр в далеком 1900 году. В Москве юных ватерполистов готовят в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва спортивного центра Центрального спортивного клуба военно-морского флота. В этой школе также обучаются будущие мастера академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, а также парусного спорта. Учебный процесс происходит в помещении, в гребном бассейне и на специальных тренажерах, а также в естественных водоемах. ЦСКА ВМФ уже более 60 лет. Что касается непосредственно школы, она организована в 1975 году. Ее как воспитанники – это призеры Олимпийских игр, есть чемпионы мира, ну и, соответственно, Европы – чемпионы, призеры и чемпионы Советского Союза. То есть сейчас уже России есть. Это школа с богатыми традициями. То есть мы при этом отдаем себе отчет, что не каждый может, ну, ребенок, который приходит к нам, стать чемпионом. Поэтому мы рады любому ребенку, любого возраста, для того, чтобы он пришел, позанимался, а дальше это родители, в том числе и сам ребенок, принимает решение продолжать обучение спортивное в нашей школе или идти учиться там, или заниматься там, условно, другими какими-то занятиями. Процесс обучения в школе состоит из двух уровней. В начальном этапе ребенок приобретает базовые навыки, включающие умение плавать и общую физическую подготовку. После этого он переводится в учебно-тренировочную группу, где уже учится по специальной программе, ориентированной на достижение определенных спортивных результатов. У нас армейский коллектив, как бы, то есть есть традиции уже многолетние, и то есть дает возможность быть подготовленным для службы в рядах вооруженных сил тоже немаловажно. То есть это уже наших воспитанников не пугает, как вот сейчас принято говорить, потому что ребенок готов к трудным, тяжелым условиям. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА ВМФ по праву считается одним из ведущих центров по подготовке юных спортсменов по водным видам спорта. Это замечательная спортивная база, который постоянно развивается и обновляется.